продолжаем. Впервые за 5 лет в области будут проиндексированы льготы. Соответствующий законопроект правительство региона внесло на рассмотрение в областную думу. В нем речь идет об индексации мер социальной поддержки по 18 видам денежных выплат. Как отмечают в региональном правительстве, социальные льготы будут иметь адресную направленность. Индексироваться с точки зрения рационального распределения средств действительно нуждающимся в помощи. Помимо этого, проект закона предусматривает увеличение академических и социальных стипендий на 10% для учреждений профессионального образования. На все изменения в социальном кодексе потребуется 346 миллионов рублей из областного бюджета. Мы переходим на предоставление социальной поддержки на основе принципов адресности и нуждаемости. Хочу отметить, что соответствующее поручение президента Российской Федерации в своем послании в марте текущего года Федеральному собранию выдал в сторону органов исполнительной власти. Поэтому меры социальной поддержки, вообще социальная помощь должна предоставляться именно тем, кто в ней нуждается. Поэтому такие принципы мы внедряем и в социальном кодексе.